который был тренером. Я вот хорошо запомнил, как тренера, именно не как игрока. Очень такой он был, конечно же, эпатажный. Десяточка тоже. И довел до финала в 2014 году сборная Аргентина, там, Бразилия. Немцы выиграли в дополнительное время. Гёц забил, потом когда пропал. Ждем, да. Мы сейчас ради Роберта Рождественка тоже прощаем. Ждем, мы пока свисток не услышим, идем, нам нужно понять. Наш еще прогноз был, мы выставили, что оба прорыва, вот они вместе, Левандовски вместе. Стихотворение у нас на готове Роберта Рождественска, мы можем прочитать вообще, не знаю, ночью разбуди и прощем. Все, вышли! Все, целую скорага, и тут... сыграли свой роль в конце на равной земле. Отправил Роберта Левандовского в 1/8. Роберт доволен, а улыбка на уши, и мы читаем стих Роберта Рождественска в честь девяточки. Я в твоих глазах утону. Можно? В твоих глазах твоих утонуть это счастье. Подойду и скажу, я люблю тебя. Это сложно? Нет, не сложно, а трудно. Очень трудно любить, веришь? Подойду к обрыву крутому. Стану парой, поймать успеешь. Но еду. Напишешь, я хочу любить тебя долго, всю жизнь. Ты ответь, я ответа боюсь, знаешь, ты ответь, но только молча, ты глазами ответь, любишь. Если да, обещаю, что ты самой счастливой будешь. Если нет, не гони меня взглядом, не тащи своим взглядом в омут. Пусть другого ты любишь, ладно, а меня хоть немного помнишь. Я любить тебя буду, можно, даже если нельзя, буду. И всегда я приду на помощь, если будет тебе трудно. Роберт Рождественский, я в твоих глазах утону. Аргентина-Австралия, вот такая пара, но почему-то все еще ждут. Давайте Аргентина Майка пока споем, там практически у нас 5-0-0-2. Какая боль, Аргентина, Польша 2-0. Польша, Франция будет, ну, то очень сложно быть нашим полякам. Ну, если подготовиться, вот так они проиграли 2-0, сразу, потому что Саудовская Аравия им помогла. Мексика 2-1, матч завершился. Вот такой у нас результат будет PC. Все стихи мы прочитали, песню спели, вот просто вспомнили. Молодость, юность, окунулись, не выспались, ну, остались счастливы. Все хорошо. Теперь можно идти поспать. Спасибо всем за трансляцию, за отзывы, за комментарии. Семейным днем хоккея. Смотрите, играйте, любите, болейте футболом. До свидания и дальше. Александр Сергеевич будет.